русские вещи поменять. Ну, русские так и остались русские. Ну, 253. Нет. Вон там, видишь, Эмрах банк. Ну да, обмен, эксченж. 0,0253. Хер поймешь, что это такое. 0 манатов. 2 копейки, 1 рубль. Да, я здесь брал тебе. Я здесь брал. 3 штуки только взял, 2 не было. Может и будет. Вот так и будет. Нету? Нет. Может, это только в центре, что ли, есть? Только третий микрорайон. А что мы наподобие? Антивирусное. Ну а что ты хочешь? Нам надо было через третий микрорайон ехать, там где брали. Сейчас по городу тоже будем ехать, может не найтись. Дорогу переходим. Дорогу переходим. Отсюда вообще по сквозняку ходить. Не надо. А ты здесь стоишь, да, все время, да? В аэропорт почем видишь? Номер возьми. Во сколько? Ночью. Ночью во сколько? 3 часа ночи. 20 мам. Дорого. Дорого? Сколько это будет? Ты узнаешь цену, тебе будет... невыгодно. Красный горит. Красный для машин горит, а не для нас. Видишь, 20 манат, а эти за 7 манат. Да, он тоже не повезет за 10 манат. Да. А вот этот пиздюк начнет говорить, давай 15. Да 15 не будет, говорит, давай 17. Ну, здесь, видишь, магазины как-то интересные. Заходишь как в рай и выбирай себе. Короче, завтра будет полдня, по аптекам лазить. Ну, это тебе да надо, блин. Тебе же приспичило. В Брянске... Я тебе еще там сказала. В отеле. Что? Что надо. Ну, что надо. Зачем взял у меня доллары? Нахля. Какие доллары? Мои 20. Чтобы расплатиться. Да, вот надо было своей картой, блядь. Не берет, да. Не берет. А мне похуй. Ну завтра берет, я завтра берет. Найдется, я сниму 30 манат, тебе дам, иди, да. Ходи. Сейчас какой-то арзак был, я прошу его, блядь. А ты только аптека, все не наколешься никак, блин. Уже здесь его нету. Где? Водяне уже пропал. Че? Антивирус. Расхватали, наверное. Да ладно, расхватали. А почему нету? Ну нету, да, это дорогое лекарство. Кто будет покупать это? 27 манат, блин. Они его просто не купили, не завезли, и все. Потому что никто не покупает.
Покелый гусь. Арестон. Ижраки мят. Яшил базар. Калекелит. Что за херня он, калекелит, блин? Я не фотографирую. Пошел бы мне свои деньги, блядь, собрал. Сегодня дождь, а завтра. Завтра пойду. Кино смотрит, ты. Молодец. Киноман, да, ты, наверное? Ты все фильмы знаешь.